Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, заходим в армию, и как ты видишь, у нас ядерный робот готов развиться по фулке. Да, друзья мои, получает он максимальную пятую звезду, и его еще, конечно, нужно прокачать по уровню. Но я думаю, стоит ли вообще это делать, потому что я как бы, ну, если честно, не любитель ядерного робота как босса. Потому что, мне кажется, он просто не успеет элементарно дойти. Хотя, кто его знает. Так, здесь мы с тобой завершаем и опять же отправляем на тренировку этот отряд. Все, побежали мои ребята тренироваться. Мы зайдем на арену и заберем награду. Запрос. Так, 18 карточек на завод. Плюс, оу, бог ветра, тигр, хиллбот. Ну и немножко денег. Так, ребят, что у нас? Награда высшего уровня. 18 карточек на Санта-Клаусу. Так я понимаю. Ну что ж, давай тогда попробуем быстренько тут разобраться. А разбираться мы будем с тобой, наверное, вот этим нашим отрядом. Где, естественно, пойдет вперед фехтовальщик, конечно. Именно его я отправлю первого на поединок. Первый и последний это будет фехтовальщик. Ага, смотри, он тоже вызвал. Чей круче? Конечно, мой, ребят, миллион раз. Он даже ничего нам не успел сделать. Ну? Я тебя умоляю, паладин. Даже пикнуть не успел. Что-то там хотел замахнуться. Ну и как видишь, его забомбили мы сразу же. Так, что у нас? Забери бонус маны, это все понятно. Ну что, ребята, мы двигаемся с вами на поединке. Это у нас Нефритовая долина. Тут, как ты видишь, Ронин. Ронин, это плохо. Это не есть гуд. Если он сейчас будет выбегать, как... А он не выбежал. А он, ребят, не выбежал. Он решил просто прогуляться. И это, кстати, очень хорошо. Это очень хорошо, потому что мы его вот таким вот образом можем быстренько сейчас захомутать. Естественно, естественно, это не ново. Абсолютно ничего не ново здесь. Так и будет, ребят, продолжаться. Опс, опс. Так не будет продолжаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ронин, не трогай. Блин, ты посмотри, что он делает. Он теперь вызвал всадника на журавле. Ты понимаешь? Так, нам бы желательно, наверное, тоже вызвать всадника на журавле. Как ты считаешь? А ну-ка. Смотри, смотри, смотри. Его Ронин бомбит базу. Шикандос. Просто шикандос. Так, Ронин, не въеживайся, пожалуйста, мне здесь. Погнали. У нас еще минута в запасе, поэтому нужно... Да ты заколебал, а? Ну серьезно, уже достал. Так, сила голода. Сделали с тобой задание. Смотри, смотри, смотри. Все, разбомбили моему базенку. Вот так вот, Ронин, это да, это жестко, конечно. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Тут заберем только награду. И пока все, здесь больше ничего нету. Предпоследний этап. Твою дивизию. Тут еще и... Тут еще и Вуджен прибавляется. Ты представляешь? Да. Как быть? Как, скажи ко мне на милость, тут быть? Я, конечно, могу топовый отряд взять. Блин, горелый. Не знаю, давай попробуем так. Но опять же, ребят, опять же вымораживает больше здесь терракотовый воин. Почему? Да потому что он будет стоять спереди, а сзади него будет этот Вуджен, как всегда, поливать своими заклинашками. Вот в чем проблема. И единственное, что нам здесь может помочь, это, наверное, грифоны. Грифоны могут... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я об этом и говорил. Сейчас попробуем бомбить. Так. Ага. Ага. А теперь клеточку. Шикарненько. Не надо освобождать.
Не успел. Так, вудженов главное там, чтобы, ребята, они там ничего не делали. Есть, побили мы его. Там же и Рунина в смятку, да? Замечательно. Ты посмотри, как он долго, друзья мои, сидит в этой клетке. Просто полюбуйся. Есть. Вот такие вот дела. Ну что, я даже удивлен немножко, что мы здесь сами справились. А тут у нас уже будет босс. Поэтому, естественно, я беру свой имба-супер-пупер отряд. Знаешь, в чем проблема? Сейчас выбежит Рунин, скорее всего, у него. А мой, как всегда. Ну вот, 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 ребята, и фейл. Вот мы и дождались фейла. Трындец. Мне даже некого поставить, прикинь, в противовес. Все, короче. Ушлепок. Выбежал, блин, а. Да. Да тут надо ускоряться, друзья мои. Что тут еще делать? Да хорош там уже пшикать-то. Пшикать, распшикался. Чудо в перьях. Если бы, друзья, Рунин бы не выбежал бы в истерике, естественно, мы бы прошли бы здесь. Но он успел выбежать. И как бы... Где у меня отряд с этим, с ползуном? Вот он. Попробовать, что ли, этот отряд. Давай рискнем. Просто рискнем. Ну где там твой Рунин? Ага, тут он его, видите ли, просто вызвал. Ну ты жук, однако, а? Ну ты, Рунин, жук. Ничего. Смотри, смотри, смотри. Здоровски, да, получилось? Он вроде бы как бы отдуплился и в то же время... Сейчас посмотрим, на Вуджена сработает эта штука. Да куда ты, блин, богиня? Твою налево, а? Да. Жарь, 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 жарь. Есть! Есть, ребята, мы завалили. Мы... Ага, куда ты там? Хе-хе, конечно. Ты посмотри, что вытворяет. Ребят, смотрите, что вытворяет, а? Твою дивизию, блин. Я ничего не могу сделать здесь. Вообще ничего не могу сделать, прикинь. Да бомбите вы в конце концов ты. Да неужели? Ну как он меня бесит, он прикрывается этим и все, ребята. И... Давай, 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 проминаем, 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 потому что... Да вот Джейна бомбень ты... Фух. Давай, родные мои, не подведите меня. Есть. Трэш какой-то. Справились, ребята, справились. Но было напряжно. Тут уж не поспоришь. Так, ну что, забираем награды наши. Сундук Нефритовой Империи.
9 кристаллов, сакура, в общем, понятно. Ну и у нас территория нежити. Ну что, начинается довольно мило. Если это можно назвать мило. Слушай, я вот не помню, у нас фехтовальщик и зомби. По-моему, фехтовальщик будет круче, да? Чем зомбарь. По-моему, так. Сейчас проверим. Сейчас мы все это проверим. Тих-тих. Блин, а вот это вот... Вот это плохо. Блин, мне пришлось, ребята. Сейчас, ох, сейчас начнут закусывать. Сейчас просто начнут, ребят, нас тут терроризировать. Да ты можешь зомби... Ой, зомби, ё-моё, о чем ты, какой зомби? Так, давай, 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 еще джиггернаута вызываем. И фехтовальщика, естественно, сразу же. Неужели мы пробили их защиту? Да, ребят, все вроде бы получилось. Еще баллисточку позовем на всякий случай. И есть контакт. Замечательно. Ну что, ребята, вроде бы неплохо. Но у нас был только первый поединок. Теперь второй, здесь чумнуха. Против чумнухи, наверное, мы возьмем все-таки вот этот отрядик. С ниндзей. Так, вызываем, наверное, голема в первую очередь, да? Или как тут? Сейчас, наверное, чумнуха пойдет в первую очередь, полетит. Да, полетит чумнуха в первую очередь. Вот теперь ниндзю. Отлично. Пока все замечательно. Мне не нравится вот это вот все. Фига, ты видел, какие зомби крепкие, ребят? Не так-то просто их подбить, оказывается. Ну ты посмотри, а. Да куда ты бьешь-то, господи, надо. А, ниндзя бестолковая. Твою же налево, просто бестолочь. И ни по одному не попали, да? Что-то нас тут жучат. Да почему такая проблема-то? Не было же раньше таких проблем, блин. Я вот не припоминаю, чтобы так все было сложно, блин. Сейчас просто, ну, невозможно. Может быть, из-за того, что у нас ползун, я не знаю. А кто у нас в этом отряде был до ползуна? Я вот что-то не припоминаю. Запамятовал. Просто запамятовал. Что за такие бои ожесточенные идут, а? Вообще какая-то лютость. Просто, ребята, лютость. Так, здесь у нас... Ага. Ну, здесь я возьму вот этот отряд же. Потому что здесь зомби-камикадзе. Зомби-камикадзе хорошо погибает от рук, естественно, нашей ниндзи. Если кто еще не в курсе. Кстати, по-моему, может... Нет, ползун, по-моему... Или сможет он побить? Я не помню, ребят, если честно. Но здесь, да, ниндзя справляется вообще замечательно. Ну, зомби-то почему такой... Хорошо, что ниндзя у нас отскочила. Эй! Отскочила, да? Успела, как говорится, переродиться. Почему у них такие зомби мощные? Я вот не могу сейчас врубиться вот этого. Трындец. И кислота вот этого. Постоянно получается у них кислота. Давай, 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 жмем, жмем. Есть. Найс. Ну что, еще одна очередная наша победа здесь. И предпоследний этап. Здесь плюс призрак прибавляется, да? Блин, призрак этот еще
Бесявый. Но этот отряд нет смысла брать, это понятно. Значит, все-таки этот остается брать. Поехали, друзья. Крипта. Так, не забывай, что здесь чумуха присутствует. О, он уже ее выпустил. Сейчас попробую что-нибудь замутить. Так. Так, отлично, здесь справились. Ниндзя, ну я просто, ну куда ты в кислоту-то лезешь? Ой, дубина столеросовая, ну дубина, а. Да не, вот, правильно, чумуху добей. Слушай, этот призрак заколебал, а. Достал просто, на нервы нервирует у меня. Есть. Уничтожили. Фух. Ну что, у нас последний, по-моему, сейчас этап будет. И здесь, наверное, возьмем все-таки имбовый отряд. Вот этот наш супер-пуперский. Ну что? По старой схеме, да? Ронин, рыцарь-маг и тому подобное. Поехали. Да. Взорвался. Давай, 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 быстрее. Опять он потратил удар, но... Поможем чуть-чуть. Ну и все, я могу тебе сказать. Победушка. Замечательно. Ну что, награду забираем. Что у нас там выпадет? Сундуки нежити. Да, это все у нас есть. Так, ребята, ведьма. Всадник на журавле. И служитель тьмы. А мы с тобой переходим в следующий портал. Долина захватчиков. Дальше идет долина подданных. Роботы. Нефритовая долина. И территория захватчиков. То есть две территории захватчиков. Интересно. Интересно. Так, возьму, наверное, вот этот отряд для начала. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Там идет страж плюс чувак с пушкой, да, получается? Чувак с пушкой. То есть нам эффективнее брать, наверное, голема. Сзади голема, естественно, выставлять ниндзю. Да, как-то так. И сразу же желательно взять с молотом. Попробуем еще вот так сделать. Отлично. Все у нас замечательно пошло. То есть быстро мы здесь пробили ему защиту. И быстренько мы его наказали. Вот и все. Ловкость рук, никакого мошенничества, да? На следующем этапе у нас вот ждут такие ребята. Тут тритон еще. Ну, я думаю, что паладиныч и остальные все должны тут справиться. Тритон, тритон. Тритон, ну, если вот, конечно, молотильщик будет погибать и выпускать свою пилу на опережение, то вообще никаких проблем не будет. А так вот тритон — это как заноза, знаешь, неприятная, скажем так. Вот, 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 вот. Ну куда ты, молотильщик? Почему ты все время вперед-то, батька? Во! Об этом я тебе и говорил. Сейчас вообще идеально все получилось. И тритон замерз. Мы еще вот так вот сделаем. И он испугался и побежал. Куда побежал сейчас? Жить в спину ему. Вообще крутенько. Так, можем ускоряться здесь спокойно. Тут уже ничего им не поможет. А мы с собой выходим победителями.
Замечательно, двигаемся дальше. А дальше у нас что? Третий этап. Опа, бородавочка, ребята. Так, надо быть начеку. Бородавочник ошибок не прощает, мы это знаем. Он сейчас будет его выпускать, по-моему, насколько я помню. Причем постоянно. Слава богу, здесь он просто вышел прогуляться, так скажем. О, оглушили мы его. Давай, родной. Допили ты его. Не допилил. Да заколебал уже, а. Вот. Блин, даже паладина здесь бомбит. А кто? А, это этот там морозит. Что за фокус, я не понял. Ты посмотри, а. Так, они нарываются на то, чтобы я призвал этого друидку сюда, видимо. Видимо, забыли, что такое руны. Ускоряемся, ребят. Здесь всадник на журавле, он практически здесь вообще как неубиваемый. Единственное, что может его жаба с пушкой, конечно, достать. Но, вот так, хищнец. Угу. Это тот самый уровень или не тот самый? Где сейчас будет он своего хищница вызывать постоянно? Точно. Ну что, встретим его, как подобается, да, ребят? Встретили. Он сейчас опять, естественно, сейчас опять будет вызывать. Давай. Так, опять он пошел. Да ладно, молотильщик справится с хищницом. Да что ты, не смог справиться, что ли? Еп, макарек с ним. Это ты еще смотри, смотри, видишь, что вешает? Отражение, ребята. Уже не придумаешь, когда вешается отражение. Смотри, посмотри, сколько у него щитов. Он еще себе хил врубил. А? Видел? Сколько у нас тут еще? Последний этап. Последний этап. Наш супер-пупер имба-отряд. Сейчас будет тут, наверное, разносить всех. Ну что? Слушай, я не посмотрел, а бородавщик там был или нет? Был. Ну-ка. Ах, красавчик Ронин. Красавчик ты, Ронин. Все у тебя хорошо. Смотри, что делает. Просто один наяривает. Найс. Забомбили мы, ребят. Так, ну что, надо награду забрать, естественно. Сундук захватчиков. 9 кристаллов, остальные у нас все прокачанные. Ну что, территория подданных. Грифон плюс паладин. Грифон плюс паладин. Ну, этот отряд явно нам не поможет. Вот этот есть только взять. Почему не поможет, ребят? Потому что, ну, грифон. Понимаешь, да? А здесь, здесь если паладин столкнется вместе с джаггернаутом, схлестнется, так сказать. Слушай, он же сейчас, по-моему, вызовет в первую очередь грифон. Нет, паладина все-таки. Тогда в наших интересах как можно быстрее вызвать баллисту. Давай. Отлично, вот так вот. На, грифон тебе несчастный. Мы тоже своего грифончика позовем. Не понял. Вот паладин жук, а, все-таки бомбанул. Обменялись.
Ну и все, здесь уже победа, ускоряться можно спокойно. Тут беспроигрышный вариант был. Ну что, у нас дальше идет движуха. Движуха. Ну, что я могу тебе сказать про жрицу про эту? Да, если она будет стоять за паладином сзади и хилять его, конечно, это будет напряжно. Если мы пойдем чисто в лобовуху, но если мы будем, например, баллисты сзади обстреливать, то вряд ли у него тут что-то получится. Будет получать и паладин, которого отхиливает, и, соответственно, жрица, которая хиляет. А вот это вот не очень гуд. Вот это, ребят, не очень гуд, потому что... Потому что сейчас будет беда. Если сейчас еще полетит... Нет, не полетел. Он мог бы сюда звездануть, ребята, и... Ать, двоих сразу же. Как тебе такой раскладец? По-моему, просто супер замечательный. Просто супер замечательный. Так, наверное, тут можно уже ускориться, как мне кажется. Тут уже ничего не поможет. Я уже объяснял, почему, ребят. Если мы возле стен, если мы уже бьем сам замок, то шанс того, что враг сможет отбиться, практически нулевой. Я не знаю, что должно там произойти, чтобы он отбился. Так, фехтовальщик, паладин и грифон. Фехтовальщик, паладин и грифон. Так, ну он, наверное, начнет с фехтовальщика. Наверное, его будет отправлять в первую очередь в бой. Ну, конечно же. У нас есть ответка для него достойная. Так она выглядит. Ага. Плюс вызываем чумнуху. И прыгуна. Вот и все. Быстро тут как-то мы вообще быстренько, да? Расчехлили их. Так, предпоследний этап. Здесь маг. Опять же этот грифон. Я не знаю, давай попробуем этим отрядом. Маг меня немножко смущает. И грифон. Но грифон, наверное, в первую очередь. Хотя против грифона мы можем паладина взять. Почему бы и нет? Так, он тоже вызвал паладина. Паладин на паладин пойдет сейчас. А так нечестно. Потому что он призвал еще хила. А мы сделаем вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас будет массово бомбить. Друидышка, выходи, пожалуйста. Выходи, пожалуйста, ты нам нужна здесь. Тут какие-то неверные, видишь, выпендриваются. Так, сюда их подтянем. Заморозочка. Все, ребят, можно ускоряться. Тут уже бесполезно им что-то делать. Так, двигаемся дальше. У нас последний этап. А энергия-то у нас, кстати, есть. Стоп, 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 стоп. И это все? И это все, что у нас осталось. Это вот последний поединок у нас получается, да? Тут кто у них босс? Епископ? Да, скорее всего. Кто еще может быть? Кто здесь еще может быть? Так, паладин вышел. И фехтовальщик опять же. Возьму чумнуху. Уйди. Давай, Ронин, покажи им там. Руби как капусту, я не знаю. Он, в принципе, так и сделал. Просто как капусту зарубил. Ну что, ребята, у нас еще есть ежедневные... А, ну тут... Подожди-ка. А, жнец. Жнец у нас прокачан? По-моему, нет.
По-моему, жнец у нас не прокачан. Где он? Вот он. Да, ребята, на него очень много нужно карточек. Поэтому давай посмотрим, что здесь. Собери свой отряд. Ну, допустим, сделаем так. Сделаем так. Прыгуна возьму. Зомби. Так, наверное, и... Вот так. Поехали, попробуем. Карточки на жнеца, конечно, нам нужны, ребят. Конечно же, нужны. Жнеца надо... Блин, ну этот зомби 325 маны стоит. Конечно, много. Вообще здесь команда такая дорогущая. 350, 250, 325. Не дешевые, да, согласись. Попробуем. Значит, что у нас из этого получится? Угу. Но тут, по-моему, без шансов у противника. Ты посмотри. Такой скелет такой. Что-то там еще нам-нам-нам пожевал что-то. Так, ну, самое главное, что здесь мы победили. Так, 23 карточки на нашего жнеца миленького получили. И погнали дальше. Ну что, я думаю, наверное, состав такой же и оставим. Давай, наверное, призрака возьму. А призрак, по-моему, не прокачанный, да? По-моему, призрак не прокачанный. Вот смотрите, ребята, видите, вот я выпустил привидение. Сейчас посмотрим. Он, по-моему, один раз всего лишь летит. А у него он на постоянку летит. Вот вся тебе разница. Что у меня летит один раз, а у него до бесконечности. Ну-ка иди сюда. Пшикают они мне там. Ускориться, наверное, надо, да? Конец крестового похода. Это точно. Прям верно подмечено. Конец крестового похода. И мы свой крестовый поход, ну, почти завершили. Нам еще остается один поединок. И на этом все. Раз. Так, так. Ой, подожди, какой камикадзе нам не нужен? Так, так, так. Все, подожди. Вот так, поехали. Последний бой. Блин, как же у меня горло болит, а? Друзья мои, вообще жесть. Наверное, точно простыл. Ну что, я опять коплю ману на нашего зомби с надгробием. Потом можно, в принципе, и зомби позвать обычного. Но я, наверное, все-таки сделаю так, как я делал. Пускай этот пока там бьет надгробие. Давай, давай, прыгун, завали эту охламонку. Да все, тут уже все, ребят, песенка спета. Они уже тут не устоят. И забираем последние наши 8 карточек. Ножница. А, даже 9. Ну что, друзья мои, вот как-то так мы с вами сегодня поиграли. Квесты завершили даже какие-то. Вот так вот. Ну что, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!